компании мира проводит стимулирующие мероприятия, приуроченные к Международному дню красоты. Особое внимание уделяется декоративной косметике. Специально к празднику был разработан плакат «Бум декора». Кроме этого, в праздничный уикенд мы рекомендуем организовать ивент-мероприятия. Так, в московских торговых залах мира 8 сентября будут предоставляться эксклюзивные услуги – визаж, парафинотерапия и экспресс-уход. Единогласные «дам». Именно такое решение приняли члены Ассоциации прямых продаж России на вступление компании «Мира» в ВПП. Благодаря этому перед компанией открываются новые горизонты. «Мира», как и прежде, будет производить косметику безупречного качества, а также повышать уровень обслуживания наших клиентов. Добавим, что вступление в ВПП дает компании право использовать знак ассоциации на всей печатной продукции «Мира». Линия «Мира Аксесс» расширяется. В продажу поступили кисти для макияжа. Теперь наносить тени, пудру и румяна станет гораздо приятнее. Правильная кисть гарантирует тонкое и ровное покрытие, естественный вид и отсутствие раздражения на коже. Спрашивайте новые кисти у представителей «Мира». Конкурс «Лики красоты», который компания «Мира» объявляла в конце июля, завершается. За полтора месяца заявки на участие в нем подали более 200 человек. Теперь задача жюри – выбрать самую обаятельную и привлекательную. Тройка победительниц, то есть занявшие первое, второе и третье места, получат призы – набор косметических и декоративных средств «Мира». Напомним, итоги конкурса будут подведены 26 сентября.